Обрушение асфальтного покрытия и грунта произошло рядом с колодцем. Он принимает стоки из центрального микрорайона города. Сразу после обрушения сложно было понять причину провала грунта. Лишь когда вскрыли участок, стало видно, откуда и почему сочилась вода под землей. Произошло подмывание канализационного колодца. Между кольцами образовалась промоина. Сейчас мы вскрываем вокруг канализационного колодца, вскроем плиту, проведем герметизацию, то есть назад все восстановим, засыпем, сделаем гидрозамок глиняный, выставится песок, камень, и назад все будет заасфальтировано. Такие ситуации случаются в городе, поскольку нет ливневок, которые бы отводили воду куда нужно. Нужен грандиозный проект, нужны грандиозные финансовые средства. И потом еще, чтобы это все построить, тоже надо делать. Ну, если будет принято такое решение грандиозное, будут выделены деньги, ну, будем заниматься этим. Место провала вскрыли, чтобы произвести замену бетонных конструкций колодца. Нужно установить специальные кольца, чтобы вода больше не сочилась. После уплотнения глины, песка и камня место провала вновь заасфальтируют.